Более 5000 злостных должников за электричество в городе Александрове. Энергетики совместно с судебными приставами провели рейд в районном центре. Они пришли в квартиры неплательщиков, в отношении которых уже вынесены судебные приказы. Должники свою платежную недисциплинированность объясняли традиционно денежными трудностями. Нередкие случаи, когда уже после отключения за неуплату люди самовольно подключаются к электропитанию. В этом случае электричество отключают повторно, вновь пломбируют счетчик, а хозяев квартир штрафуют. Причем часто бывает, что долг составляет, к примеру, чуть более 2000 рублей. За самовольное подключение ждет штраф до 10 тысяч. За один рейд энергетики и судебные приставы посещают от 5 до 8 адресов. Там, где владельцев не застали, оставляют повестки и долговые квитанции. Неплательщиков призывают погасить долг. Но если убеждения не действуют, приставы могут арестовать имущество. Скоро энергетики совместно с судебными приставами отправят к должникам в Ковровском, Муромском, Петушинском и Киржачском районах. У должников этих территорий еще есть время заплатить по счетам.